Срочно нужны доноры. На областной станции переливания потребность в первой положительной и отрицательной группе крови. На нее поступило большое количество заявок от медицинских организаций. А это значит, что в региональных лечебницах большое количество пациентов, которым необходима ваша помощь. Сдать кровь и спасти чью-то жизнь можно, обратившись в часы приема на областную станцию переливания крови.